Приветствую вас. Если кратко отвечать на ваш вопрос, то да. Разговаривать с собой иногда полезно. Полезно напомнить себе о том, кто ты, чего хочешь, что тебе нужно, к чему стремишься, чего желаешь и так далее. Полезно. Да. Полезно разговаривать с собой и для того, чтобы обдумать, ты ли принимаешь решение в данный момент или нет. Полезно заниматься интроспекцией, то есть, иными словами, анализировать то, что происходит непосредственно с, ну, например, вот с вами, в тот или иной момент. Тоже безусловно. То есть все эти вещи, безусловно, являются полезными. И их необходимо, и их можно реализовать, вот что интересно, да, их можно реализовать, только через разговор самим с собой. Поэтому если мы говорим о полезности, то да, безусловно, если этот процесс происходит изредка, но иногда, не все время, да, то он необходим. Вот. Но, тем не менее, если все же это происходит постоянно, то в какой-то момент человек перестает слышать других людей. Вот. С другой стороны, важно понимать и такую, на мой взгляд, вещь, такой момент, что полезность вообще в целом, она разной была, именно полезность. И я бы сказал так, что необходимо выявить, для чего это именно вам нужно. То есть, какой полезности ждете вы именно от тех или иных вещей. Какой полезности ждете вы именно? Ведь вы же, вероятно, чего-то хотите. Вам же, вероятно, что-то нужно, да? Вот, соответственно, нужно подумать. О какой полезности вы говорите. Вот у вас есть некое такое четкое понимание того, для чего вы разговариваете сами с собой. Если да, то
Хорошо. Если есть такое у вас понимание, если вы знаете четко, для чего вы будете делать те или иные вещи, если вы знаете, как вы будете использовать разговор, ну, разговор с собой. Если вы прямо знаете, как вы будете использовать это, то я полагаю, что проблем никаких не будет. Но нужны четкие цели обязательно. Нужно четкое понимание, как и для чего, зачем я этого хочу. Как и что я хочу получить взамен. Или что я хочу получить в результате. Вот. То есть, что я хочу получить в результате вот разговора. В результате разговора с собой. Да? И смотреть на то, собственно говоря, получаете ли вы или нет. То есть, есть ли какой-то результат у вас или нет? Потому что если то, чего вы хотите, вы не получаете через разговор с собой, то, наверное, можно говорить о том, что вы выбрали неправильное действие. Наверное, можно говорить о том, что вы выбрали не совсем верную позицию для этого. Наверное, можно говорить о том, что вы ошиблись с выбором. Вот. И проблема здесь, опять же, не ваша, да, а проблема, она именно в том, что вы думали, что вашу проблему можно решить так, а в действительности ну, действительно, вам нужно решать ее по-другому. Вот. И вы, конечно, этого знать, ну, в принципе, не могли. Вот. Так что я думаю, что вот именно таким образом вам можно ответить на ваш вопрос. Вот. Я думаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вам было полезно, что я сказал. Ну вот, соответственно, понимаю, что, скорее всего, ваш вопрос имеет, ну, может быть, какую-то подоплеку, то есть, ну, по всей видимости, вы спрашиваете об этом какой-то определенной целью. Вот. По-видимому, вас волнуют какие-то определенные вещи все-таки. Вот. Но, тем не менее, пока об этих вещах нам ничего не известно, потому что вы ничего не говорите. Вот. Так что вот так. На этом все. Надеюсь, что
помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.